Нонна Викторовна, наш земляк Александр Довженко сказал о вас однажды, что я видел ее профиль на скифских вазах. Вы были потрясающей красоты женщина, входили, наверное, в тройку самых красивых советских киноактрис. Скажите, вам ваша красота помогала или больше мешала в жизни? Знаете, у нас был педагог, ученик Станиславского, Борис Владимирович Бебиков и Ольга Ивановна Пыжова, его жена. Они нас повернули руль на правильную сторону. Мы же не знали, как это быть киноартистом. И не знали вообще, что такое артист. Но постепенно они нас навернули, что главное не бантик на макушке. И главное не так, не то, что как ты одет. Вот ты переживаешь, что ты входишь в галоши. А я в галошах прям приехала в Москву. Самое главное – это вторгаться в жизнь. Знать, что делается в стране. Знать, почем люди плачут. По ком люди плачут. Знать, чему люди радуются. Только тогда вы будете артистками. А в других мастерских, например, учили, как наряжаться надо. Какие, куда, губную помаду как. Нас губную помаду погнали бы далеко, если бы мы губы накрасили.